начинать с победы и с 50-м матчем. Знала, что такое событие сегодня у тебя? Честно говоря, нет. Спасибо. Я рада, что я уже достигла полсотни матчей за сборную России. Довольна сегодня игрой команды, своей игрой? На самом деле не очень, потому что мы могли забить больше и сыграть лучше. Но главное, что мы победили, забили 4 мяча. Расскажи, как ты била штрафной? Там было много прецедентов, как на удар. Ты всех опередил или доверили тебе все-таки? Ну, я думаю, что мы как команда посовещались и решили. Я решила, что я пробью. Как, куда, вначале думала, потом решила не думать, просто лупануть. Попал в перекладину, расстроилась или знала, что сейчас как-то сможем добить? Ну, хорошо, что от перекладины отлетела, отскочила в поле, и наши девчонки первые сыграли на добивании, забили гол, я рада. Впереди уже матч Дании через месяц. Думаешь о нем или пока нет еще? Пока рано думать, еще целый месяц, даже больше. Сейчас вернемся в клуб, предстоит 4 матча, и уже ближе к концу ноября буду думать о Дании. Вначале еще Азербайджан. Последний вопрос. Несколько дней до жеребьевки. Есть какие-то предпочтения, кто нам только достался на Еву? Нет, предпочтений нет. Как повезет, так повезет. Значит, так должно быть. Хорошо.